Ну а и, конечно, поблагодарить всех отсутствующих участников конференции за их вклад в работу конференции. Конечно, надо поблагодарить организаторов и, главным образом, тех организаторов, которые осуществляли большой объем технической, я бы сказал, в кавычках, работы, но там не только из МИФИ. Например, команда петербургская, которая подготовила прекрасно изданный сборник тезисов, тоже провела колоссальную работу. Так что, во-первых, мои слова – это слова благодарности. Во-вторых, мои слова – это слова пожелания успешной работы в будущем всем участникам. Ну и до встречи в Минске, если получится.